Вот уже и первая неделя в Китае почти прошла. Да, быстро время летит. Да что ж такое? Я опять слышу какой-то скрип. Наверное, очередной зомби ковыляет. Сейчас проверим. Может, не надо? Вот тебе и проверил. Привет, друзья! Отличные новости! У нас в команде снова начинаются пополнения. Стоп, вы сгинули все в мгновение. Ну уж нет, если только наоборот. Пополнение, кстати, не опасное. Настолько, что бедного подсолнуха все-то в чувство приводит. Ребята, вы уж извините, что так получилось. Да ничего, все же целы. О, старая знакомая. Ну привет, приятель. Какая у вас теплая встреча, в прямом смысле. Так, ну давайте уже нормально познакомимся. И вправду, меня зовут Лагинария Обыкновенная, но все меня называют Огненная Горлянка. Огненная поганка ты! Жаль, что ты этих прилетевших не спалила под корень. Значит, вы уже давненько с зомбарями тут воюете. Ага, уже и не припомню с каких пор, но вот в последнее время их стало очень много. Кажется, мы знаем почему. Говорят, их теперь оживляет какой-то очень могущественный зомби. И этого могущественного зомби зовут доктор Зомбос. Совершенно верно. И с ним наша армия, теперь они знают о числа. Друзья, а вы что, его знаете? Ага, встречали с ним пару раз. А уж его возобновляющуюся армию мы почти каждый день видим. Собственно, именно поэтому-то мы и здесь. Летаем за ним по всем эпохам и измерениям и помогаем местным растениям биться с зомби. Ух ты! Мы своего рода как Ильянь удерживаем мир в равновесии. Тоже мне великие уравнители. А можно к вам в команду как-нибудь попасть? Даже нужно. Ты в принципе уже в команде. Если где-то понадобится помощь, ты можешь полететь с нами. Здорово! Ну вы тут еще раз оцелуйтесь. Эй, а мы ведь про зомби совсем забыли. Сейчас опять обижаться будут. Ну ладно, разговоры разговорами, а сейчас самый разгар битвы начинается. Когда я слышу слово «разгар», сразу хочу кого-нибудь потушить. Ну блин, а парень не сова нелегкая. С такой командой теперь никакой зомбос не страшен. И это правда. Зомбос будет оживлять новые виды зомби, а у нас в патруле будут новые участники. А в конце победим все равно мы. Да-да, видимо, Головастик не рассказал вам, сколько раз мы ему уши надирали. Да и не только уши. Эй, ребята, не могу достать огнем Куалдыча. Это дело поправимое. Замри, сейчас вылетит птичка. Здорово у вас получается, но и я могу устроить прожарку мертвякам. А-а-а, цицальник кипит. О, так это очень кстати. Проведем чайную церемонию по всем правилам. Точно, лично я не против чайной церемонии в Древнем Китае. Что вы несете? А вы, господа, вообще какой чай предпочитаете? Полагаю, холодный? Ой, мороз! А я думаю, они любят, наоборот, погорячее. Ой, жара! Замучали уже, то в жар, а то в холод. Ну ладно, заканчиваем с этим мучением. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А у нас на сегодня все. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!